Мы тут решили показать карту ситуации вокруг Бахмута в динамике за последние 2 месяца. Ну и под руку попались высказывания 2 известных личностей. Пригодилось в качестве комментария. Бахмут имеет стратегическое, конечно, значение, не такое яркое, как Кременная. Но Бахмут, опять-таки, очень важно им взять, вагнеровцам, для того, чтобы показать Путину: смотри, мы воюем лучше, чем армия. Бахмут они взять не могут и не возьмут. Об этом мне военные сказали. Я не вижу особого трагизма в выставлении Бахмута. Украинская активная оборона маневренная выполнила свои задачи и передвинулась на рубежи, в которых выполнять эту же задачу, а именно обессиливание нападающего противника, как бы атакующего, который ведет наступающего, вернее, на более выгодные позиции, более подготовленные, более выгодные, более обеспеченные. И все.